История, она для того, чтобы из нее извлекать уроки, но не в случае с Арменией. Для армян история – это способ, то есть тема для гордости какой-то, непонятно какой, непонятно чем гордиться. Вся история – это стабильно повторяющаяся ставка на хромую лошадь. Мы всегда ставили не на тех. Мы всегда выбирали не те союзы. Ну, это несложно проверить, достаточно изучить историю. Ну, не знаю, может быть, глупость, может быть, судьба такая. Ну, даже Фридрих Барбаросса, который шел крестовым походом в Палестину и должен был пройти через армянскую Киликию, и тот утонул в реке. Ну, не знаю, череда невезений это или... Ну, я лично думаю так, когда слишком часто не везет, либо все вокруг плохие, все вокруг предатели, все вокруг сливают, наверное, пора бы присмотреться к себе. Может быть, в нас что-то не так. Армения могла бы иметь союзников, но союзников имеют, как правило, те, кто из себя что-то представляют. Доверить свою безопасность кому-то полностью, ну, это, ну, по-другому не сказать, это у рабов так. Безопасность раба – удел и проблема хозяина. Примерно то же самое произошло. И «помоги мне и воюй вместо меня» – это, мягко говоря, разница очень большая. Будь Армения страной, будь у Армении национальное правительство, союзники бы нашлись. Армяне сами продали свою страну, сами продали свою безопасность и сами выбрали тот путь, на который вышли и к чему пришли. Безусловно, Азербайджан в данной войне проявил себя не только в войне, как в подготовке к войне, так и в самой войне. Проявил себя, ну, на отлично. Тут нужно признать, противник переиграл. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.